Добрый день! С вами фабрика компрессоров, город Челябинск. Предлагаем вашему вниманию обзор винтового воздушного компрессора с приводом от дизельного двигателя Atlas Copco HAS-47. У нас представлен БУ компрессор. Его наработка составляет 521 моточас. Компрессор прошел полную ревизию и предпродажную подготовку в нашей компании. Оценен нашими специалистами, а также специалистами сервисного центра Deutz на 5. Компрессор 2008 года выпуска. В стационарном исполнении. Давайте откроем капот, посмотрим, как он сделан. Основные агрегаты — это дизельный двигатель воздушного охлаждения производства Deutz Германия и винтовой компрессор Atlas Copco. Компрессор собран в Европе. В нашей компании была проведена его диагностика, замена всех технических жидкостей, расходных материалов, резинотехнических изделий. Данный компрессор, ну, в состоянии близком к новому, можно сказать. Предлагаю компрессор запустить, послушать, как он работает. Обращайтесь в нашу компанию, приобретайте компрессорное оборудование от ведущих мировых производителей. Мы предлагаем компрессоры как новые, так и БУ. Фабрика компрессоров, город Челябинск.